Друзья, всем привет! Сейчас на часах начало восьмого, даже 8 часов где-то. Это ЖК «Развитие», это первый сданный дом, первый корпус, второй, ну или литер, как вам проще. И здесь уже работают, получается, коммерческие помещения. Здесь есть цветочная лавка, мясная, откроется, я так понимаю, стоматология «Мастер Дент», шторы «Люкс», мебельный салон, «Зебра» работает, ателье, салон красоты, молоток, электроинструмент для сварки сантехники, хозмаркет, и это все уже работает. А еще посмотрите, сколько горит окон в первом, получается, сданном доме, состоящем из двух литеров, и это только эта сторона, то есть там еще на ту сторону окна же выходят. Я вам хочу сказать, для дома, который сдался в декабре, это очень круто. Ну, вам серьезно говорю, потому что у нас в Кавказе раз в 5 меньше горят окон. Это город, и вы видите, насколько еще оживленное Супсехское шоссе. Как тут постоянно, да, каждую секунду проезжают машины. То есть, в принципе, это еще даже не ночь. И вот посмотрите, сколько окон горят. То есть, многие еще даже с работы не пришли. Например, та же самая Красная площадь, она до 10 часов вечера работает. То есть, люди еще, возможно, кто работает в площади и снимает здесь квартиру, они еще просто даже не пришли домой. Очень неплохой результат, я вам хочу сказать, с учетом, что здесь, получается, сдача была только в декабре. То есть, люди уже обставили мебель и уже заехали и живут. С этим я поздравляю жителей жилого комплекса «Южный квартал». Ну, а для тех, кто хочет купить тоже в этом комплексе квартиру, но уже в будущих очередях, обязательно звоните, с радостью проконсультирую о ценах и, соответственно, сориентирую, когда будет сдаваться тот или иной дом. Вот, кстати, уже стоит 3-4 позиция, у них сдача в конце этого года, возможно, сдадут даже раньше. И у них тоже на первом этаже коммерческие помещения планируются. Ну, вот здесь, мне кажется, не хватает только маленького продуктового магазина, вот как по мне. Но, с другой стороны, возможно, вот в соседний дом как раз что-то продуктовое придет. Если даже не придет, здесь напротив Гаргипия, и у нее тоже вот по ту сторону есть здания, которые снабжены, соответственно, тоже коммерческими помещениями. Ну, либо же садитесь на остановку и едете до Красной площади, а там уж и «Магнит», и прочее, и прочее. Хотя, мне кажется, тут проще даже дойти пешком. Ну, в общем, вот такое вам неплохое заселение. Очень много окон горит, это на самом деле круто. Поздравляю всех еще раз с заселением. Надеюсь, вас будет больше и жизнь будет здесь в радость. Ну, а с вами была Светлана. Для сравнения увеличу Гаргипию. По-моему, это самый населенный дом в Анапе. Здесь большинство горит окон. Причем камера у меня затемняет, то есть в морской Гаргипии, в сухой, больше всего жителей, постоянно проживающих. Там вдалеке тоже эта же морская Гаргипия уже видна. В общем, самые такие заполненные дома, и надеюсь, в этих домах будет не меньше в будущем горящих окон. Ну а с вами была Светлана, вот такой вот небольшой видеорепортаж. Я прошу прощения за качество, уже все-таки довольно поздно, и поэтому извиняюсь, что так темно. Всем пока-пока, понравилось, пишите, с удовольствием помогу вам приобрести квартиру в этом комплексе. Здесь они еще с отделкой сразу продаются, то есть уже сдается дом с отделкой комфорт-класса. Вам нужно будет только занести мебель и все. А в некоторых корпусах еще действует акция, это вот 3-й и 5-й корпус, в них будут уже кухни от компании-партнера и также санузлы с сантехникой. То есть там вообще только кровать поставил и живи, наслаждайся.